Футболку на секунду, а тут уже вот что появилось. Вы не знаете, откуда они появляются? Вот в древности люди пытались понять, откуда появляются мыши в кувшине со всяким зерном и так далее. Делали теории, что жизнь вот зарождается. Скажите, пожалуйста, а как зарождаются котики? Мне кажется, они зарождаются, если положить куда-нибудь одежду, то тут же появляется котик. Как такая теория зарождения котиков? Вот появился человек, положил куда-то свою одежду, и тут же на нем появился котик. Да, Тиш? Как тебе такая теория появления котиков? И потом котики стали размножаться почкованием. И вот теперь, куда одежду не положишь, там уже, хоп, появился котик. Да, котик? Вы появляетесь почкованием? Или вы другим образом появляетесь? Хватит скрывать тайну, говори правду.